Ваше любимое и главное предложение дня только сегодня. Ваш идеальный ровный газон, которого не будет у соседей, делает сегодня ровный газон этот аккумуляторный триммер бренда Black & Decker. Рекордсмер по новым клиентам. И именно благодаря этому бренду на наш телеканал приходят каждый день тысячи телезрителей. Красивая, дорогая садовая техника, которой вы будете гордиться. Итак, мои хорошие, вы сегодня получаете 2 года гарантии, бесплатную доставку. Уточняйте по поводу региона у операторов колл-центра. Но самое главное, вы будете приглашать гостей, друзей, соседей, говорит: ты посмотри на мой газон. Вот как делает это наш эксперт Алексей Мичурин. Так и делает. Ну что, хочу начать сразу же с газона и по ходу рассказывать о всех нюансах данной техники. Итак, друзья мои, обратите внимание, у нас с вами травка, и мы с вами эту травку рубим с помощью великолепного триммера от Black & Decker. Black & Decker не нуждается в представлениях. Это бренд, который существует более 100 лет. Создали его 2 американских инженера по фамилии Black & Decker. Это компания, которая действительно изначально была заточена на инновации, на технологии, на новое в технике, в садовой технике, в строительной технике и в инструментах. И здесь как раз яркий представитель этой уникальной техники является наш аккумуляторный триммер. Посмотрите, как легко и просто, буквально за несколько секунд, мы с вами прокосили эту травку. Делаем мы это с помощью мощного двигателя, который вращается на скорости 9000 оборотов в минуту. Леска, подходя к травушке, срубает ее на той длине, которую вы выбираете сами. То есть мощный двигатель, хорошая толщина лески, легкость конструкции позволяет вам абсолютно без труда скашивать траву. Ну и главное достоинство этого триммера, Лен, то, что он у нас аккумуляторный. Обратите внимание, то, что у меня нет никаких проводов, у меня нет никаких бензиновых смесей. То есть для того, чтобы этот триммер начал работать, вам нужно просто зарядить аккумулятор, вставить его и нажать на кнопочку. То есть легкость в подготовке, легкость для того, чтобы его завести, и удобство в эксплуатации. Ой, это плюс подарок ко всему, для Леночка, это еще не все. Так. Телескопическая штанга. Ой, как приятно. Которая подстроится шикарно под ваш рост и под рост ваших родственников. Она является поворотной для того, чтобы обрабатывать кромки дорожки, либо кромки клумб. И плюс еще защитная дуга, чтобы случайно не срубить наш любимый цветочек, либо наш любимый. Ну, уже, ну, ты понимаешь, ну, бальзам на сердце уже. Ну, все, уже рассказал. Я просто уже хочу, готова. Да у меня и есть. Это главное предложение дня. Это цена со скидкой 33%. Это Black & Decker, которым вы сами используете, даже наши телезрительницы. Поэтому выбирайте здесь и сейчас. Итак, Леш, ну можно я уже? Да, тоже, давай, да? Начинай, я в прямом конечно эфире тоже буду это делать, потому что многие телезрительницы сами заказывают и говорят: муж уехал в командировке, я сама живу одна, справлюсь ли я с этим? А, да? Я начинаю, поехали. Леночка, я еще раз, я часто это говорю, но я повторюсь, что вот такая техника, как данный триммер, это женская техника. Посмотри, потому как что легкий, потому что удобный и потому что не требует специальной подготовки, как это бывает, допустим, красота с бензиновыми триммерами, которые а нужно еще заправить еще бензин, нужно его завести, дернув рычаг. Здесь зарядили аккумулятор, женщина с этим справится? Справится, конечно. Нажали на кнопочку, да, женщина справится? Справится. Дальше поднесли густой выросшей траве и скосили так, как вам хочется, вам, милые женщины, потому что только вы, женщины, сможете сделать идеальный газон и идеальную дачу. А, травочка, знаете, как, ну-ка, давайте понюхай в прямом эфире. Да, да, а выделяется сразу гормон счастья, эндорфин, это ученые доказали. Знаете, как,
Понюхайте сейчас со мной, девочки. Ну, многие сейчас, да, вот не только девочки, все семьи нас смотрят. Сегодня выходной, они хотят себе в сад купить, конечно, на дачу, может, на подарок. И говорят, да, может, у нас есть вот газонокосилка бензиновая. Друн-дун-дун-дун-дун. Во-первых, она громкая, во-вторых, она очень сильно неприятная. Ну, запах бензина, это ужасно. И ее, чтобы завести, вам понадобится мужчина, потому что завести бензиновую газонокосилку, это может только мужчина. Здесь вставили аккумулятор, нажали на кнопочку и начинаете работать. Аккумулятора, Лен, хватает на работу до 30 минут. 25-30 минут. Заряжается аккумулятор порядка 4-5 часов. Он сделан на литий-ионной технологии, то есть он не теряет свой заряд. Со временем прослужит вам минимум 5 сезонов, да, этот аккумулятор будет служить и позволяет вам легко и просто косить траву не только у себя на даче, ну и, допустим, выйти за заборчик. И для этого не нужно тянуть длинный провод. Мои хорошие, вы получаете сегодня, во-первых, триммер уже с телескопической ручкой и получаете все в красивой, дорогой подарочной упаковке. Вы получаете уже леску здесь в наборе, вы получаете дополнительно, да, сам аккумулятор и зарядку, а главное, вы получаете красивую садовую технику. Именно удовольствие, удовольствие того, что вы будете каждое утро просыпаться и косить траву и делать это вместе с любовью со своими близкими. Итак, для кого сегодня нужен триммер? Триммер нужен для всех, у кого есть загородный дом, загородная дача или даже участок перед квартирой. Да? Бывают такие, на первом этаже живут и небольшой палисадничек. Почему именно триммер? Потому что триммер позволяет вам косить траву как на открытом участке, так и в труднодоступных местах. Ширина кошения всего 25 сантиметров. Это значит, вы можете покосить и на узкой какой-нибудь дорожке. И смотрите, какой идеальный газон у вас получается. Смотрите, какая ровная травка. И при этом вы не устаете. При этом вам не нужно растягивать шнур. При этом вам не нужно заводить сложный бензиновый двигатель и дышать этими выхлопами. Аккумуляторный триммер. Простота, удобство, легкость и идеальный газон. Итак, внимание, у вас есть возможность сегодня получить со скидкой 33%. Мы любим такую садовую технику, она для нас самая лучшая. Вы ни в коем случае не пожалеете, а главное, что справится даже девочка, девушка-женщина, наша телезрительница с любовью. Выбирайте однозначно на всю жизнь.